Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Друзья, всех приветствую. Я нахожусь где-то в 200 метрах от моей кельи, на тропе, где мне телефон показывает 4G, интернет. Говорят, поставили новую антенну, но я сомневаюсь, скорее всего, это отраженный сигнал. Не уверен, что меня видно и слышно. Скажите, пожалуйста, я вижу ваши сообщения, но скажите, как картинка и как звук? Меня слышно, видно? Друзья, жду ответа. Много присоединившихся, но не вижу информации. Пожалуйста, скажите, как меня видно? Ага, отлично. Видно, все хорошо. Лариса, благодарю. Отлично. Ну, слава Богу. Да, первый раз у нас такой эфир будет. Если все получится, если связь не пропадет, потому что она на самом деле плавает, то 4G показывает, то совсем интернет исчезает. Но если действительно где-то поставили антенну и будет получаться, можно будет какое-то время года проводить прямые эфиры вот здесь, на тропе. Правда, уже жарко. Март месяц, несмотря на ветерок с моря, у скалы вот прям печет. Летом, конечно, будет очень жарко, но можно будет пройти чуть-чуть выше, может быть, в синьке вот там где-то располагаться. Я в совершенно походных условиях нахожусь, сижу прямо на камнях, кинул подушку на камень. Друзья, очень рад вас видеть, слышать и общаться с вами. Прошу прощения, буду допивать свой кофе, чтобы не терять время зря, не тратить время на отдельное чаепитие. Будем соединять полезное с приятным. Давайте, задавайте вопросы. Я, как всегда, ничего не готовил. Будем как Господь устроит, так все и будет. Флорида слушает нас. Ну, слава Богу. От края земли до края небес голос Евангелия слышен. Очень рад. Всех приветствую. Друзья, как обычно, буду выбирать вопросы, которые повторяются часто и которые, на мой взгляд, приносят общую пользу. Да. Сразу хочу сказать, я не буду говорить на политические темы. Уже говорил это и буду повторять, наверное, каждый раз. Потому что, может быть, новые подписчики приходят, может быть, кто-то просто меня не слышит. Я не имею права выражать свои взгляды на политические темы. Задача монаха – молиться о мире всего мира и о грехах всего мира, чтобы Господь всех людей простил, просветил светом познания и помиловал. Вот. Понимаете, чтобы говорить на политические темы, нужно быть специалистом, нужно быть аналитиком, нужно перелопатить огромное количество информации, источников. Недостаточно смотреть телевизор, СМИ или там какой-то один канал в интернете найти. Понимаете, этому надо посвятить всю жизнь свою, чтобы отвечать за свои слова вот в политических вопросах. Это не наша специфика. Мы все время тратим на молитву и борьбу со страстями. И когда Господь хочет, то отвечаем на вопросы, помогаем тем, кто, может быть, еще не имеет достаточного духовного опыта или познания. Поэтому, дорогие, прошу вас, простите меня и не задавайте мне вопросов на политическую тему. Хочу только сказать, что каждый день мы совершаем всеночное бдение за невинно страждущих людей, потому что таких множество, огромное множество. Разрушенные дома, погибшие дети, беженцы – это просто ужасно. И, конечно, за этих людей мы всех призываем молиться, чтобы скорее наступил мир,
Все, эту тему больше не поднимаем. Вопрос такой пограничный между политикой и духовным. Ну, наверное, надо ответить, потому что очень актуален. Является ли гнев на властей за войну сейчас праведным? Никакой гнев не бывает праведным, если он окрашен страстью неприязни. Если вы в сердце своем чувствуете ненависть к человеку, даже тончайшую, хотите ему зла, или даже я вам так скажу, более точно, никакой гнев на человека не является праведным. Святые отцы учат разделять человека и его действия. Понимаете, человек всегда остается образом и подобием Божиим. Да, он может заблуждаться, он может совершать неправильные деяния, даже страшные злодеяния, страшнейшие. Но мы должны всегда отделять его действия от его лица, от его личности. И мы не должны ненавидеть самого человека, совершающего какие бы то ни было поступки. Как только вы осудили и прогневались на человека-убийцу, на какого-нибудь, ну какого угодно злодея, пожелали ему зла, вы стали точно таким же, как он. Вот прям мгновенно. Никакой разницы в вас нету. Понимаете? Вот в духовном мире, в очах Божиих, вы ушли из любви Божией, которая хочет этому грешнику прийти к покаянию и спастись. Понимаете? Вы стали, по сути, на сторону врага, осудив и прогневавшись на человека, пускай даже злодея. Вот. Поэтому осуждать действия неправильные и гневаться на них, это можно. Святые отцы только говорят, гневаться не на действия, а на бесов, которые заставляют людей совершать неправильные поступки. Гнев должен быть направлен именно на это. Не как на самого человека. И я вас уверяю, что пока вы не очистили полностью сердце от гордости, эгоизма и самости, вы не сможете гневаться бесстрастно. Поэтому всеми путями охраняйте свое сердце. Это крайне сложно, особенно вот в такой ситуации, как сейчас. Вот. Но другого пути нету, понимаете. За чистоту сердца надо бороться. Каждый день, падая и восставая, проигрывая и побеждая. И это призволение ваше, Господь, даже если вы спотыкаетесь и падаете, осуждаете, гневаетесь и совершаете то, вот, о чем я сейчас сказал, но боретесь с этим, осознаете это и каетесь в этом, вы на стороне Бога находитесь. И Господь смотрит на вас, как на ротоборца, будет всячески вам помогать в вашей борьбе. Вот. В нашем состоянии страстном все дело в борьбе, а не в плодах. Очень большая ошибка искать плоды в духовной жизни, особенно в новоначалии, когда еще даже нету самопознания как такового, когда ты сердце еще свое не видишь, чем оно осквернено, а уже ищешь каких-то плодов, побед и, как следствие, разочарования, потому что не находишь их. И потом уныние, опускаются руки, впадаешь в бездействие. Вот, поэтому боритесь с осуждением и с гневом неправильным. Добавьте модератора в свой прямой эфир. А, это какое-то, видимо, приложение какое-то дает. Он дает какое-то сообщение. Потом будем разбираться, что это. Как вы относитесь к проповедям? Как вы относитесь к проповедям Андрея Ткачева? Я не уверен, что меня слышно, почему-то остановилась строка с сообщениями. Видимо, завис прямой эфир у меня. Вот она опять пошла. Друзья, прошу вас, сообщите мне еще раз, что меня видно и слышно. Слышно, а видно? Да, все говорят, слышно. А видно меня? Скажите, вы меня видите? Все пишут, слышно. Очевидно,
Очевидно, что вот видно и слышно. Наконец-то получил ответ. Спаси Господи. Друзья, прошу прощения. Ну, пока настраиваем связь. Вот. В полевых условиях. Прошу прощения за накладки. Будем учиться. Как вы относитесь к проповедям Андрея Ткачева? Мне очень много этих вопросов задают, ссылают ссылки на него в личку. Я кое-что посмотрел, у меня нет времени как бы очень глубоко проникать, что я могу сказать. Ну, во-первых, некорректно просто за глаза говорить о духовном лице другому духовному лицу, поэтому даже не знаю, в такое меня ставить в положение не очень удобное, но просто вот этот вопрос у меня совпадает с вопросами многочисленными о том, как выбирать духовника в миру. Вот, поэтому я вам так скажу. Красноречие и остроумие, и чувство юмора в духовнике не имеет значения. Это прекрасные сами по себе качества, но вот именно в духовной жизни они, ну, никакие вообще. Понимаете? Выбирая духовника и оценивая, ну, в хорошем смысле оценивая какого-то проповедника, говорящего проповеди, надо смотреть не на его красноречие и острый ум, начитанность, эрудицию, чувство юмора, а надо смотреть на свое сердце, как оно откликается на то, что говорит человек. Единственным правильным индикатором вашего состояния является душевный мир. Если вы, слушая человека, чувствуете мир в сердце и тишину в уме, и ваше сердце принимает то, что он говорит, то, ну, по крайней мере, можно сказать, что этого человека можно дальше продолжать слушать и смотреть, изучать, анализировать то, что он говорит. Но не одним умом, а именно сердцем, понимаете? Потому что сказать можно все, что угодно. И в духовной жизни начитанность, она и эрудиция, она иногда даже мешает, потому что она наветует высокоумие. Если человек очень агрессивен, если он жесток, если он очень легко осуждает других людей, если он вот прям давит своим словом, вы чувствуете какое-то смущение и тяжесть после его речей, лучше его не слушать. Может быть, кому-то другому зайдет, может быть, это обращено вот в каких-то... Ну, я не осуждаю сейчас, никого не говорю ни о чем. Просто я говорю вот само явление, критерий, как выбрать вообще, как оценить. Понимаете, здесь ума недостаточно, вы запутаетесь. Духовная интуиция, вот эта вот интуиция сердца, и вы начнете различать ложь от истины, и от лжи будете отвращаться, не осуждая человека, который, может быть, эту ложь говорит, сам того не ведая, не понимая, вот, но и не погружаясь в нее, потому что когда вам что-то говорят, вас чему-то учат, надо быть очень внимательным, куда вас ведут, смотреть на плоды. А плоды должны быть, это смирение и любовь. Вот если они у вас появляются после проповеди или учения какого-то, которое вы воспринимаете, то все хорошо, продолжайте. Если же плоды другие, вы чувствуете ожесточение какое-то, осуждение, ну, в общем, вот эту всю тяготу, о которой я говорю, что-то не так. Будьте аккуратны и внимательны.
Вот, давайте вопрос о молитве рассмотрим. Отец Андроник, во время Иисусовой молитвы, когда закрываю глаза в любое время суток, уже буквально через 3 минуты начинаю засыпать. Перед глазами какие-то образы. Можно молиться, это, видимо, вопрос, можно ли молиться с открытыми глазами? Очень актуальный вопрос, благодарю за него, потому что огромное количество людей меня сейчас спрашивает. Именно по Иисусовой молитве, именно задавая вот такие вот вопросы. Друзья, с Иисусовой молитвой надо быть очень аккуратным, очень осторожным. Это очень сильное оружие, но, соответственно, и враг сопротивляется этому. И с любым оружием нужно уметь обращаться. Поэтому мы всем рекомендуем заниматься Иисусовой молитвой. И не согласны с теми, кто говорит, что мирянину к Иисусовой молитве нельзя даже прикасаться. Мы считаем это неправильным. Этому нет подтверждения ни у одного из святых отцов церкви. Ни у одного вы не найдете. Кто-то так говорит, просто не знает учения святых отцов. Вот. Но мы предупреждаем об опасности, потому что без опытного духовника рядом, который находится, не то что может посоветовать вам где-то, ну вот как я, допустим, там в интернете, там где-то, ну где-то по телефону, может быть, когда есть какие-то контакты такие отдаленные, это совсем не то. В серьезном изучении этого делания и прохождения Иисусовой молитвы, глубокого прохождения, именно умно-сердечной молитвы, духовник должен быть, помимо того, что опытным, он должен быть рядом, он должен видеть ваше лицо. Понимаете, слов одних недостаточно. Нужно видеть движение человека, его мимику, его интонацию. То есть это все как бы вот вместе с тем, что он говорит, создает полную картину для духовника, когда он может уже вот тонкие очень прелести врага, навет врага, который подходит к человеку, который именно умной сердечной молитвой занимается, может разглядеть. В противном случае можно ошибиться. А одному вообще очень опасно, если только сам Господь даст благодать в умно-сердечную молитву человеку в миру. Такое бывает. И, ну, я уже говорил, и не стесняюсь это говорить. В общем-то, это не моя заслуга, это дары Божии. У меня такое было в миру, я ничего об этом не знал, но вот Господь дал по своей любви совершенно ни за какие заслуги мои. Это жребий Божий. Почему Господь как так делает, вот кому-то дает, кому-то нет, это его дело, это не наше. Он раздает дары. Вот. Так вот, если такой благодати не дается, пытаться самому искусственно войти, мы не рекомендуем. Если вы нас спрашиваете, мы отвечаем. Нельзя. А если вы закрываете глаза, и у вас начинают появляться образы, или вы засыпаете, и вообще какие-то вот начинаются феномены такие, из ряда вон выходящее, не надо молиться закрытыми глазами умом. Молитесь устно, вслух, тихонечко вслух самому себе. И молиться много не надо Иисусовой молитвой. Мы всегда говорим, начинайте с 5 минут, утром и вечером. Если пойдет, если Господь поспешествует, и вам действительно будет легко молиться, ну, молиться всегда будет тяжело, это всегда труд, в плане, что, ну, самодвижная молитва – это редчайший дар, и он дается уже там в самом-самом конце, уже в поле чистоты, когда человек выходит, сердце, вот именно уже на уровне бесстрастия дается самодвижная молитва. А так, святые отцы говорят, молитва – это труд всей жизни. Вы всегда будете трудиться. Но одно дело, когда этот труд проходит, вот явно прямо поспешествуется благодатью Божией, то есть вот… Вы чувствуете, что да, вы устаете, трудитесь, но у вас вот прямо как на руках несут, вам помогает, вас покрывает от искушений. Вы будете чувствовать помощь Божию очень, очень, очень ясно. Тогда молитесь непрестанно, днем и ночью. Вот. Но когда чувствуете одно только утомление, усталость, не чувствуете такой вот помощи Божией, благодати, не надо себя ломать насильно. Вы кроме самомнения и гордости, а потом психического расстройства, дальше, если будете дальше себя напрягать, не получите. Просто Господь почему-то пока не дает. Надо смириться. Лучше держать помысел смиренным. Вот. Поэтому не надо давить очень сильно на Иисусову молитву. Она очень помогает в борьбе со страстями. Вот когда восстают страсти грубые, гнев,
блуд, чревоугодие, вот такие вот прям, ну вот они очень заметны, очень грубые, их называют плоскими страстями, тогда проговаривание Иисуса и молитвы быстро вслух очень помогает, страсть уходит. А дальше, если молитва тихонечко идет, вот идет как ручеек, продолжайте. Если чувствуете тяготу какую-то, вот прямо омрачение, вы себя напрягаете на Иисусову молитву, а у вас рассеивается внимание, вам тяжело, начинаются страхи какие-то, фобии. Не надо, не дает Господь, поэтому смиритесь, отступите. Потихонечку, потихонечку, потом опять начнете. Начинайте с небольшого. Что важнее, молиться за себя или врагов? Ну, вы так вопрос поставили. Тут важно все. И за себя надо молиться важно, и за врагов важно молиться, если они у вас есть. Только а вы уверены, что у вас есть враги? Мы очень часто врагов себе ищем сами. Подкидывает нам тоже пропаганду очень часто врагов. Вот, простите, коснулся этой темы опять, нехотя. Но меня просто засыпали сообщениями. Вот я вижу, что люди просто уже как будто рады тому, что они врагов находят. И вот этих врагов надо всех победить обязательно. Вот прям биться с ними до крови. Причем до крови врагов, конечно, не своей. Не надо, зачем? Не надо все демонизировать и видеть повсюду зло. Смотрите на Христа. Если действительно Господь вот так вот попустил, и действительно вам кто-то докучает, вам кто-то вредит, вот, ну, когда уже нельзя не замечать этого. Лучше не замечать, кстати. Но когда это уже очевидно, тогда надо молиться за этого человека больше, чем за самого себя. Потому что, не молясь за него, вы начнете потихоньку его не любить, так мягко говоря. Дойдет до проклятий. Когда мы не любим брата своего, сказал апостол Иоанн, когда мы ненавидим брата своего, мы человек-убийца. Понимаете, он ненависть к человеку приравнял к убийству. Потому что в ментальном смысле, в духовном мире, это явление одного и того же порядка. Убийство – это просто ненависть, воплощенная в дело. А ненависть – это тоже убийство, которое просто еще до дела не дошло. Но вы уже в сердце хотите, чтобы этого человека не было. Чтобы он вообще исчез из бытия. Это не по Богу. Единственное средство, как избежать вот этой ненависти к врагу, это молиться за него. Вот. Тут, конечно, требуется рассуждение, потому что люди иногда начинают манипулировать вашей любовью. То есть человек делает вам зло, вот явно прямо. Вы за него молитесь, уступаете ему, смиряетесь перед ним. Он видит это, понимает, что он остается безнаказанным, и можно дальше как бы продолжать. И здесь надо иметь рассуждение. Нельзя давать человеку манипулировать собой. Поймите, грань очень тонкую. Нельзя его ненавидеть в сердце, но и давать ему манипулировать вами тоже нельзя. Это не полезно ни ему, ни вам. Вот, поэтому, понимаете, вот святой Силуан Афонский, вот просто очень люблю этого святого. Всех святых, конечно, мы любим, но Силуан Афонский вот особенно близок к сердцу и очень близок к нам по времени. И жил вот рядом с нами здесь, можно сказать, на этом же полуострове Афона, в Пателимоновском монастыре. Он всегда говорил о любви, о молитве за врагов. Он говорил больше, чем о молитве за себя. Поэтому в каком-то смысле, да, за врагов молиться даже важнее. Потому что, он говорил, что кто не любит врагов, а кто не молится за них, тот не познал любовь Божию, не может ее познать. А не зная любви Божией, вы не можете и за себя молиться. В идеале, конечно, прийти к тому, чтобы не разделять себя на другого. Вот я и кто-то другой. Надо понимать, что мы одной природы, мы одно целое. Грех разбивает, гордыня нас разделяет. Но это надо преодолевать. Дальше вопросы к предыдущему вопросу. Кто вам сказал закрывать глаза? Это вы обращаетесь к человеку, который задал вопрос, когда закрываю глаза на молитве. Кто вам сказал? Возможно, даже я сказал. Вообще, так говорят святые отцы, на умной молитве Иисусовой желательно закрывать глаза, потому что, когда ты закрываешь глаза, ум не так сильно рассеивается. Старец Иосиф Исихаст, он предлагал молиться ночью в темной комнате, в полной темноте, но даже в полной темноте все равно закрывать глаза.
Вот. Но это касается умной молитвы. Поэтому будьте внимательны. Если вы закрываете глаза, и вам это помогает сосредоточиться, прекрасно. Но если появляются вот такие вот вещи неприятные, как образы всякие, видения, или засыпать начинаете, то пока не надо закрывать глаза. Пишут, что сильно зависает. Ну, что делать? На это мы повлиять уже не можем. Может быть, зависает у вас, может быть, у вас с блокировкой Инстаграма виснет из-за этого. Можно вопрос, чтобы приобрести добродетели, нужно смириться и расположить свое сердце к принятию благодати. Это, очевидно, вопрос в виде утверждения задан. Вы, очевидно, хотите спросить, то есть вопрос ваш заключается в том, что вы спрашиваете, чтобы приобрести добродетели, нужно смириться и расположи свое сердце к принятию благодати. Ну да, конечно. Конечно. Добродетель. Вообще, добродетели все заложены в сердце при нашем создании. Но после грехопадения произошло отпадение от Бога, и появились страсти. Я так очень кратенько, очень упрощенно сейчас объясняю духовный закон. Вот. И страсти – это искажение добродетелей, осквернение их какими-то осквернение их грехами противоестественному человеку. Понимаете, нашей природе естественней по созданию. Господь нас сотворил правыми, чистыми. И изначально человеку чужда была ненависть, гордость, зависть. Они появились после отпадения от Бога, от источника жизни. Потому что человек – существо не самобытное. Мы как зеркало, мы отражаем в себе Бога. Вот как капля воды может в себе отразить целое солнце, так же человек, вот эта вот песчинка в мироздании, отражает целое как бы вот Бога по подобию. Надеюсь, достаточно доступно вам объясняю. Что я хочу сказать, что вот до грехопадения все добродетели были в сердце человека. А когда человек, послушавшись врага, отпал от Бога, то он замкнулся на собственной своей природе. А она не самобытна и не получая, как бы так условно выражаясь, отключившись от источника питания, она загнила. И эти добродетели, которые ей свойственны, по подобию Божию, они осквернились, образ осквернился. И задача наша именно очистить сердце от страстей. Как только страсти отступят, добродетели эти воссияют всем своим светом. Страсти отталкивают благодать Божию. Они заграждают, они как облако, как туча на солнце, закрывают от нас источник жизни. Как только страсти с помощью Божией будут отогнаны, и вы это чувствуете часто, ходя в церковь после молитвы, причастия, страсти умаляются, и вы чувствуете в душе мир, вы чувствуете любовь, вы чувствуете желание добра ближнему, вы видите красоту этого мира, душа начинает расцветать. Почему? Потому что она соединилась с Богом, пускай еще не полностью, не совершенно, не так, как у святых, но это уже первый шажочек. И дальше постепенно, потихонечку мы учимся, потихонечку качество сердца начинает изменяться, страсти начинают умаляться, а добродетели естественным путем начинают сиять. Они есть в нас, они никуда не делись, понимаете? И крещение воссоздало, вот святая купель воссоздала в нас эти добродетели. Ну а потом, после крещения, мы своими страстями опять благодать отогнали. И вот эта вот борьба, вся духовная жизнь, она, собственно говоря, заключается в борьбе со страстями. Но об этом еще потом поговорим. Надо более, тут, конечно, так в двух словах трудно объяснить наглядно. Я буду об этом еще говорить.
Батюшка как на Афоне относится к пророчествам отца Элпидия? Дорогие, я не знаю отца Элпидия, но уже говорил и буду повторять. На Афоне к пророчествам никак не относится. Пророчество – это такая вещь, которая применяема, то есть она изменяется. Никто, как бы, пророчество не уничижается, конечно, но на них не ориентируется, на пророчество, понимаете? Если вы будете ориентироваться на любое пророчество, вы попадете в заблуждение, как было с пророком Ионой. Не буду сейчас его историю пересказывать, в прошлом эфире об этом говорил. Вот. Пророчество дано, дано для знания, что вот может случиться так вот. А если покаемся, случится по-другому, понимаете? Воля Божия прилагаема. Поэтому на фоне очень трезвые монахи, очень трезво относятся ко всяким родам пророчествам, и особенно трезво ко всяким родам явлениям и видениям. Сколько мне пишут сообщений: «Матерь Божия явилась, сказала косяки помазать маслом». Ну, такая чушь вообще. И я просто уже отвык от этого суеверия, которое свойственно, к сожалению, очень многим новоначальным в миру христианам, когда приходят в церковь, и некоторые в нем закосневают на всю жизнь, вот в этих суевериях, и живут пророчествами, гаданиями, какими-то бесконечными предсказаниями, страхами, все ждут каких-то страшных событий. Причем интересно, что пророчество страшное всегда почему-то человек берет на вооружение. И вот он ждет вот этих вот страшных-страшных вещей, они не приходят, вот как-то вот все вот как-то вот исправляется, понимаете? Потому что кто-то кается и молится, вместо того, чтобы бояться и куда-то бежать, понимаете? А вот враг ловит ваше внимание на то, чтобы его уводить от главного, как это, от единого на потребу, от исполнения заповедей Божиих. Вот этого момента, от настоящего, от того, чтобы прожить каждое мгновение, вот этот день, угождая Христу. Вы целый день занимаете, я не к вам лично, простите, пожалуйста, я не лично к вам сейчас говорю, я общее явление описываю. Человек, который увлекается пророчествами, он проводит свою жизнь в бесплодных просто страхах и мечтаниях. Вот так я вам скажу. Вот, поэтому пророчество нельзя уничижать, но это не ориентир для жизни. Ориентир для жизни наш – это заповеди Божии. А заповеди Божии, друзья, заключаются в одной – возлюби Бога всем сердцем, а ближнего – как самого себя. Духовная жизнь очень простая. Мы много говорим, каждую неделю мы по часу говорим. Я публикации делаю уже в течение сколько? 2 лет, по-моему, почти каждую неделю. Но на самом деле это просто от нашей сложности, от того, что мы очень стали сложными. Вот простой человек, смиренный, вопросов не задает, у него вопросов мало, потому что он знает, что надо просто любить ближнего и избегать чувства ненависти и неприязни к ближнему. Все остальное делает благодать, восполняет недостаточность нашу, какое-то неведение, то, чего мы не знаем, дает просвещение, дает силы, все делает. Если мы исполняем заповедь Божия о любви. Вижу, что мне говорят, что опять зависло. Зависло. Ну, что делать? Друзья, прошу вас, скажите, как... Скажите, слышно, видно, вижу, что приходит сообщение, опять зависло, нет эфира. Жалко. Ну, что делать, будем смиряться. Друзья, скажите, пожалуйста, видно меня, слышно? Чтобы я сам себе не говорил. Хотя самому себе тоже полезно говорить.
Друзья, видно? Пожалуйста, прошу, сообщите. Сообщите, видно? Слышно? Отлично. Ну, что делать? Будет вот так вот подвисать всю дорогу. Видимо, неудачная попытка. Все-таки сигнал отраженный, поэтому в следующий раз будем уже с Митоха. Буду спускаться к морю на Митох на наш и оттуда делать прямой эфир. Ну, как-нибудь уже с грехом пополам закончим. Вот смотрите. Это тоже вопрос к сегодняшней ситуации. Он такой на грани политики. Я его все равно тоже не обойду молчанием, потому что я вижу, какой огромный вред духовный сейчас получают люди. Это просто кошмар. И мне очень большая скорбь сердцу, что мне не удается всем объяснить, как легко враг нас обманывает сейчас. Враг это, вы поняли, да, о ком я говорю? Враг, который вот первопричина всех злодеяний, преступлений на земле. Этот враг духовный, он бесплодный. И вот задаю тут вопрос, потерялся немножко. Сейчас, одну секунду. Надо все-таки зачитать. Отец Андроник, у нас сегодня в приходе люди переругались друг с другом. Русские, украинские люди. Что нам делать? Как вообще быть в таких провокациях? К сожалению, не только у вас на приходе. Люди в семьях мне пишут с России, с Украины. В семьях родные ругаются. Помните, в самом начале, когда вот весь этот ужас и кошмар начался, я сразу говорил, друзья, внимание, сейчас не ищите правых, не ищите виноватых. Это приведет только к тому, что вы перестанете молиться, начнете сначала полемизировать, а потом ругаться. И врагу именно это и нужно. Я знал, что вот предчувствовал, что сейчас к этому придет очень быстро, мгновенно, в течение трех дней, буквально трех дней, дошло до того, что просто вот не буду имена называть, но я уже эти блоги даже православными назвать не могу, где люди в Инстаграме начинают сыпать проклятиями, понимаете? Люди, которые показывают картинки Афона, там говорят что-то о духовной жизни, просто целыми днями напролет обсуждают политические темы. И такое ощущение, что даже не понимают, не видят, какой вред они друг другу приносят. Просто люди желают зла откровенно, желают зла просто другим людям. И человек, который ведет этот аккаунт, ставит лайк. Ну что, о чем это говорит? Это говорит, что это уже прелесть, полная бесовская прелесть. Это совершенный уход из духовной жизни в область бесовскую, в область агрессии и... И до какой истины вы там договоритесь? Где вы там найдете истину? Истина уходит в споре. Истину нельзя в споре найти. Это высказывание неверное, что в споре истина находится. Истина находится в любви. Поэтому прошу вас, друзья, избегайте всеми силами, избегайте полемики, избегайте поиска правых и виноватых. Потому что это неминуемо приведет вас к тому, что вы ожесточитесь. А нам сейчас нужно молиться. Сейчас мы можем помочь ситуации только молитвой. Это очень просто, осознайте это. Это крайне просто. Вы не политик, вы не занимаете должность какую-то, на которой вы можете как-то повлиять на события. Но если вы будете молиться и подавать пример своей жизни, то другой человек, который может быть очень зол и совершает неправильные действия сейчас, обратится. Пожалуйста, умоляю вас, обратите на это внимание. Ничего, с Божьей помощью преодолеем. Вся история человечества – это кровь, пот и слезы. После грехопадения вот пожинаем плоды своих грехов, люди. Многие говорят, а почему Бог вот... так делает, что совершаются преступления, совершаются злодеяния такие. Друзья, Бог тут ни при чем.
Бог нас одарил свободой воли. Мы образ и подобие Божие. Выше творения в мироздании человека нету. Даже ангелы уступают нам, потому что у них нету тела, у них только дух. А мы созданы по образу Божию, то есть мы триедины, дух, душа и тело. И мы почтены таким величием, Матерь Божия, перед ней Серафимы и Херувимы склоняются, не могут смотреть на ее славу. Представьте себе величие какое. И мы это достоинство потеряли. Мы потеряли это достоинство с грехопадением. Господь нам его восстанавливает через крещение и борьбу со страстями, через благодатные таинства. Но грехи совершаются в мире не по вине Бога, а по вине человека. Он свою волю, свой выбор использовал неправильно. Если у человека забрать свободу выбора и воли, он перестанет быть образом и подобием Божьим. Он будет животным, может быть прекрасным, красивым котиком, собачкой, обезьянкой, которой можно умиляться, который живет вот в пределе как бы своих рефлексов и тоже понимает, чувствует, но нету свободы и нету духа, он не может с Богом соединяться, он не может постигать вот это вот величие и славу Божию. Это дано только человеку на земле. Понимаете? И этот дар человек этим даром злоупотребил. Вот откуда злодеяние, вот откуда грехопадение, вот откуда все беды наши. И Господь нам дал возможность опять нашу эту свободу выбора, свободу воли использовать так, чтобы вернуться в это достоинство, в богоподобие, обратно. Обратно в рай нас зовет. Но не может нас насильно туда привести. Мы должны сами это сделать. Каждый человек на планете. И каждый человек делает свой выбор в течение жизни. В течение жизни мы определяем себя по отношению к вечности. Понимаете? Вот, что хотел сказать, что вся история человечества после грехопадения – это выбор человека. И когда он неправильный, он начинает вредить в первую очередь самому себе, а потом окружающим, все больше и больше погружаясь во зло. Но зло злом не побеждается, вы не сможете зло победить, наказав его просто грубой физической силой. Вы его только усилите и умножите. Победить зло можно только любовью, только молитвой, чтобы Господь исправил. И поверьте, молитва праведника спасала от погубления целые народы. Много примеров в истории есть. Поэтому давайте каждый на своем месте выполнять свой долг. Честно и искренне. И так с Божьей помощью тогда все преодолеем. Друзья, время поджимает, уже 45 минут разговариваем. Многие просят сохранить эфир, поэтому я буду закругляться, тем более связь неустойчивая, чтобы он не пропал. Отвечу на два вопроса кратенько, и на этом закончим прямой эфир. И возблагодарим Господа. Отче, как относиться к общей исповеди в храме и к общей разрешительной молитве? Ходить в этот храм или лучше искать другой? Вопрос немножко сложный, потому что надо знать обстоятельства. Если у вас есть возможность ходить в другой храм без проблем, где есть исповедь обычная, то есть непосредственно священнику, то, конечно, лучше исповедоваться священнику. Лучше. Вот. Но общая исповедь и общая разрешительная молитва также практика церковная. Нельзя сказать, что она недействительная. Батюшка Иоанн Кронштадтский читал разрешительную молитву общую. К нему приходили тысячи людей в Кронштадт, в Андреевский храм. Тысячи людей на каждую службу к нему ходили. Они не помещались даже в этом огромном соборе, на паперти многие стояли. Вот. А, конечно,
конечно, он не мог исповедовать всех по отдельности. Но своей святостью он тянул к себе людей, и люди к нему шли, и он понимал, что он нашел выход таким образом. Он читал разрешительную молитву общую и допускал до причастия. И люди выходили обновленными после причастия этого и после этой исповеди. У людей менялась жизнь целиком, просто на 180 градусов. Исцелялись больные, там такие чудеса происходили. Вот. И, понимаете, это таинство церковное. Но тут, конечно, нужно рассуждение. Нельзя этим злоупотреблять, во-первых. Я вам хочу сказать, я первый раз на причастие подошел после общей исповеди. Я еще был не усорковлен совершенно, хотя крестился сознательно, но не было информации, я не был осведомлен, как что правильно делать. Книг тогда вообще еще очень мало было, 90-е, только они стали появляться. Вот. И я смотрю, общая исповедь, я постоял, прочитали исповедь, все сказали, можно идти причащаться. Я подошел, причастился, и моя жизнь изменилась. Мне Господь дал такую благодать, что такое чудо исцеления внутреннего, обновление, воскресение души, что потом, даже когда я видел иконы мироточащие, лично держал их в руках, на меня эти чудеса такое впечатление не производили, как вот это внутреннее преображение души от причастия. Это действительно словами трудно объяснить. Это, наверное, можно понять только человек, который это переживал в себе. Вот. И это было после общей исповеди. Но не дай бог этим злоупотреблять, когда человек просто, ну, или ленится, или боится, тем более, не дай бог, что-то исповедовать и идет на общую исповедь. Это будет во грех, конечно. Этого делать нельзя. Здесь надо быть очень честным. Вот, и последний вопрос. Какой-то вопрос был, хотелось ответить. Вот. Поклон всем. Будучи в монастыре, часто чувствую сладкий аромат от мощей на крестном ходе на службе. Стараюсь не обращать внимания, но это ни с чем не сравнимый аромат. Что это может быть? Друзья, отвечаю всем. Сейчас много очень мне пишут про молитву, и часто вот у людей там какие-то видения бывают, образы какие-то видят. Благоухание строго святыми отцами, строжайше, запрещено принимать на молитве. И вообще, то есть, ну вот в жизни, какие бы то ни было, сверхъестественные явления. То есть Христос является Божьей Матерью во сне, наяву, благоухания появляются, икона начинает улыбаться. Какие бы то такие вещи, какие бы то ни было, ни в коем случае принимать нельзя. Если вы начнете этому верить, то, скорее всего, закончится психбольницей. Это не говорит о том, что святые отцы отвергают чудеса. Вовсе нет. Святым были явления, истинные явления Божьей Матери, святых, Христа. Они чувствовали благоухание неземное, райское. Ну, во-первых, они были этого достойны за свою святость. А во-вторых, будучи совершенно чистыми от страстей и греха, они могли очень легко отличить прелесть вражию от действия благодати. Потому что даже к святым враги подходили с такой прелестью, но они их сразу просекали. Такое выражение иногда использую мирское, но, я думаю, более наглядное. Понимаете, вот четко зрением ума, чистым сердцем они сразу отличали действие благодати от прелести. Вы не отличите. Даже если это действие истинное, почему-то там было дано, понимаете, грешникам Господь может чудеса являть, как мне явил, обновил меня без личной исповеди. Грешного человека дал такую благодать причастия. У меня тоже было благоухание, я видел свет, у меня все это было. Вот. Слава Богу, Господь сразу вслед за этим дал книгу святителя Игнатия Брянчанинова, послал через брата моего. И там я первое ее открыл и сразу наткнулся на вот главу о прелести. И там я прочитал вот это наставление, которое я вам сейчас говорю. Что я хочу сказать? Явление было, я не сомневаюсь, что оно было истинным. Но если бы я продолжал бы дальше верить этим явлениям, потому что вслед за этим, через месяц, последовало явление бесовское, прелестное, и я бы его не отличил. Вот если бы не наставление святителя Игнатия, я бы его принял. А приняв один раз бесовское воздействие какое-то, человек становится сразу подвержен нападениям от врага, и потом очень трудно исцеляться от этого.
Поэтому всем говорю, не верьте никаким видениям, особенно во время молитвы. Какими бы святыми они ни казались. Это очень опасно, крайне опасно. Просто оставляйте на суд Божий. Если что-то появилось, не желайте. Главное, чтобы в сердце не было желания каких-то чудес и явлений. Если оно будет, враг тут же вам подкинет. Моментально. Божья Матерь будет приходить каждую ночь. Как батюшка один рассказывал, к нему на исповеди матушка одна подошла, такая вся благоговейная, ну, трепещущаяся от благоговения, на самом деле экзальтированная просто. И с таким прямо смиреннейшим видом он говорит: «Батюшка, что мне делать? Мне каждую ночь является Божья Матерь. Что мне делать, скажите?» Батюшка на него посмотрел, сразу все понял и говорит: «Я тебе скажу, что делать. Ты мой совет послушаешь?» «Да, батюшка, конечно, конечно». Говорит, если она опять появится, попроси ее больше не появляться, не приходить. И тут же проявилось состояние этой матушки. То есть она вскочила в гневе, в праведном. Как можно, как вы вообще это святотатство и так далее, и так далее. То есть показала свое строение гордостное. Прелесть всегда прирожается к гордости. Будьте внимательны, будьте осторожны. Давайте вот на этом вопросе закончим наш прямой эфир об осторожности и внимании. Святые отцы говорят, начало духовной жизни, основа всего, это должно быть внимание и осторожность. Не страх, не путайте, не страх, а рассудительная осторожность. Друзья, поблагодарим Бога, что Он нам дал такую возможность. Я в такой красоте нахожусь, в такой благодати вот этой афонской, что очень хочется вам ее передать каждый раз. И надеюсь, в какой-то степени это получается. Очень прошу вас, будьте ко мне снисходительны. Если я как человек в чем-то ошибаюсь, кого-то обделяю вниманием по немощи, будьте снисходительны. Помолитесь о моей грешной душе, чтобы мне добавилось внимание, чтобы я никого не опечаливал. Помолитесь, чтобы Господь простил мне мои грехи. Люблю вас, дорогие. Обнимаю и будем продолжать.